когда я узнала о начале спецоперации, я решила, что мой волонтерский корпус региона должен включиться. Включиться в регионе, в работу штаба, и мы должны помогать людям. Мы обязаны это сделать, потому что мы не хотим, чтобы кто-то остался один, мы не хотим, чтобы мы были в стороне, мы должны держаться вместе. В работу штаба, именно внутри штаба, включено очень много молодежи, очень много волонтеров, которые ежедневно приходят работать в штаб. Это работа не на один, не на два часа, а то есть это полный рабочий день. Вот мы работаем с 9 утра до 8 вечера. И ребята в свое свободное время, как мы все прекрасно знаем, время – это наш самый ценный ресурс, которым мы обладаем. Нам помогать – это призвание, помогать – это правильно людям, которые остались без крова, людям, которые сейчас находятся в трудной жизненной ситуации. Наш штаб, вообще, мы вместе, он существует и открылся, когда началась пандемия. Мы помогали в Брянской области, раздавали и развозили наборы бабушкам, дедушкам, находящимся в самоизоляции. Вот. И сейчас, когда произошла такая ситуация, мы по первому зову, как говорится, встретились и решили помогать.